жақсы сау болыңыз, рахмет. К вам можно? Подождите пару минут. Никаких очередей. Пап, мы же с вами ходили в ЦОН. Теперь у вас есть цифровая подпись. Вот смотри, пап. Заходишь на портал egov.kz. Проходишь свой личный кабинет. Видишь, здесь появляются медицинские записи. Вот твоя поликлиника. А это твой участковый врач. И тут же можно записаться к нему на прием. И никаких очередей. Пора забыть про это уже, пап. Все записи введены в базе данных, в облаке. Здесь видно, где и кто вас лечил, какие вам выписаны лекарства, есть ли аллергии, все результаты анализов и диагнозы. Более того, у нас с тобой есть возможность смотреть медицинские записи наших детей. Вот, к примеру, нашей Ирке. Давайте-ка посмотрим. Ага, аллергии нет. Кстати, Айжан, дай-ка свой телефон. И вот еще что интересно. В личном кабинете есть система смс-оповещения. То есть мы делаем настройки, и на телефон приходят смс-ки о дате и месте плановой госпитализации, о плановых осмотрах людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. А вот сайт вашей поликлиники. Так, номер колл-центра. Давайте-ка позвоним. Алло. Доброе утро. Пожалуйста, назовите номер вашего имени. Минуточку. 560 306 401 494. Анализы на сахар у вас в норме. Продолжайте измерять дома давление. То есть к вам не обязательно приходить? Не обязательно. Можете отправлять результаты через электронный кабинет. Спасибо. До свидания. Керемет. Все, мама, заму зайти в парк? Да. Это самая обычная казахстанская семья. Она ценит то, что действительно важно. Моменты времени, когда рядом те, кто тебе дорог. Это и есть самое настоящее счастье.